Вот ходишь, бывает, часами в поисках чего-нибудь интересного. Наматываешь десятки километров, накапываешь сотни ямок, а земляной дедушка жлобится и выдает лишь пробки, фольгу да проволоку. Что же тогда делать, спросите вы? Неужто нет способа задобрить жадного деда? Конечно, есть! Есть несколько способов изменить ситуацию. Можно угостить дедулю конфеткой. Или даже попробовать подкупить деньгами. Но если и это не помогает, то у меня есть экстренный, действенный и безотказный метод. Замахался я, друзья, махать. Что-то земляной дедушка не выдает. Обиделся на меня. Надо принимать экстренные меры. Никогда вам не показывал свой ритуал задабривания земляного деда, но сейчас, друзья, самое время провести этот магический обряд. Для этого нужно иметь вот такую дрембу и магические слова. Не жлобись, земляной дедок, отдавай мне хабарок. Приехали, друзья, за хабарком. Чернушка. Как же? Что-то есть? Что это у нас, друзья, такое? Чешуйка! Вот и есть находочка. Я же вам говорил, дедушка любит заклинания. Попалась чешуевина, друзья. Вот такая подубитая. Что-то на ней ни черта не видать. А нет, ребята, это не чешуечка. Это не чешуечка. Это отличная монетка. Друзья, фартануло мне все-таки. Дедуля услышал мои молитвы. Это динарий, ребята. Но не римский, а средневековый. Динарий, по-моему, витовта. Вот такая маленькая монетка. И, по-моему, немножечко денежек она стоит. Хотя вот, видите, состояние подгулявшее. Но все же... Сейчас, друзья, я вам расскажу про эту монетку. Супер! Удача на моей стороне! Монета эта называется пенясь или литовский динарий. Она была отчеканена в конце 14 столетия, во времена правления одного из наиболее известных правителей Великого княжества Литовского, великого князя Витовта. Того самого Витовта, земли которого лежали от Балтийского до Черного морей, от Московского княжества до Королевства Польского. Динарии Витовта хоть и не раритеты, но и не дешевые. Стоимость такой монеты в зависимости от состояния от 15 до 80 долларов. К
Кстати, вот эта монета, проданная за $45, была также найдена на этом поле. Правда, без применения магического ритуала. Пялил, пялил, няшк мегали, поможите с погальбеля, салду мегали. Друзья, ставьте лайки, закапывайте ямки и обязательно подписывайтесь на канал в поисках золота и кладов, ведь впереди у нас еще много интересного. Пялил, пялил, няшк мегали, пердевиня скомарилась, салду мегали.